России, на которую пытались навесить ярлык в свое время тюрьмы народов, за века не исчез ни один, даже самый малый этнос. Все они сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство. Вы знаете, я с интересом узнал, не знал даже, вот в советское время так внимательно к этому относились, даже почти каждый маленький народ имел свое печатное издание, поддерживались языки, поддерживалась национальная литература. Кстати говоря, много из того, что делалось в этом смысле раньше, нам нужно бы вернуть и взять на вооружение. При этом у нас накоплен уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур. Эта политкультурность, полиэтичность живет в нашем историческом сознании, в нашем духе, в нашем историческом коде. На этом естественным образом тысячелетия строилась наша государственность.